это приколно, я что-то вижу. Выпускать белок в тёплой воде. Хорошо, хорошо, покажи. Не знаю, получится или нет, надо будет проверять, как этот алгоритм сработает. Уйти в землю тогда, наверное, при съемке. Снять лицо в земле, потом. Бабка, блядь, уходи, тут сгниешь, нахуй. Потом сзади ишь. Он ижонирует. По этим приборам этого ижонометром, да? Угу. 0,28 гниловатт в час. Сколько он выдает этого рентген в час? Он гниловатт в час. Хотя я, может, попробовать на попробовать его в 3D снять, вроде уже довольно много места рядом с ним. Пофиг. Они не мне мешают, они программе мешают. Не похоже. 5-5-6. Или 2000 год. Это как? Илона Маска. Что такое? Да ничего, это грубо кайф. Это тоже коллекционное, да? Да. Понятно, понял, поподробнее. Потом надо будет его опознать по книге Дементьева. Пробухать в энциклопедии. Что это такое? Кубанец? Я не могу какой-нибудь прогресс. Буханец. Гофрами какие-то.
стоит. Это собака там. Баклажан. Да. Вылезет. А, да. Сухие совсем мало стало. 68, где-то 66 стоит этот. Старый, ранний. Вот четверка. Тип такси. А, вон еще где стоит. Космичи. Вот эта машина совсем брошенная. Ну что, я засуну руку, она окно закроет. Окно уже высадили. Да, наверное, уже кого-то. Кого-то укусило. Завис автоматом машины делают. Только автомат. Это в какой стране делали? Это в Германии лупили. Да. Это такой бизнес-класс Попельский 90-й, это Opel Omega. Самый крутой Opel 90-х годов. Стоил немало. А вот это вот Opel Vectra. Рядом. Прошлый. Ну, они машины все одного, примерно одного поколения. И одного года выпуска примерно. Вот эти два Opel. Их стоят на месте там. Тоже что-то, тоже что взял до кучи себе. А что ты скажешь он про эту японскую машину? Какую? А вон она стоит, черная и с двумя дверями. А это у нас, похоже, какая-то Mitsubishi. Может, даже Mitsubishi 3000 GT. Такой японский спорткар из 90-х годов. По-моему, Mitsubishi 3000 GT второго поколения. Да, она вроде тоже тут вроде все время живет, я ее тут видел. Да вон и редкие машины для нас, у нас их мало, этого, их основном там много, где-нибудь на Дальнем Востоке. Весь экзотик уже. Ну, второе поколение пускали, по-моему, с середины 90-х годов до начала 2000-х. Да, надо будет подождать, пока ее вымоют. Ну да, но лучше, когда красный, черный, смотрите, не очень красиво. Но редкая машина, редкая, действительно редкая. Хотя я такую недавно видел еще и где-то на Волкованке. Две попалось сразу подряд. Ну тоже, да, и такая японская, там, как бы, Chevrolet Corvette, допустим, или там, Pontiac Firebird по-японски. На этой улице сделали обособление трамвая разметкой и обещали, что сделают камеры. Но автомобилистам на это насрать, как видно. Это экспортный? Экспортный, нам открыли 2040 SL. Экспортные модификации. С какими-то югославскими фарами, интерьерами, бамперами объемными. А, да, огни-то другие. Да, задние фары свои.
номера родные, областные. Хороший сохран, явно коллекционный. Да, югославские фонари. Да, выпуклые. Свои. Вот такой еще Москве стоит на улице. У него салон свой. Панель приборов как интересная, оригинальная. А бампер сгнил. Ну, бампер так вот есть как-то. Помяли уже, побили, погнил. А, да, панель другая. Панель такая, красивая панель такая, коричневая. Ну-ка, чуть-чуть туда пройди. Во, стой. Назад. Во, вот так стой. Закрыл. Ага. Не наклоняйся, туда отклонись. Во, стоп. Еще пройди. Во, ага. Будет. Да. Хороший экземплярчик. Конечно, такой неухоженный, но хороший. Да. Вон же где-то стоит. Москвик. А такая машина есть в музее? Ну, есть такие в этого. И, по-моему, такая есть и в Нарогожке, и в Сочи такая есть. Их много в музее. Нарогожке есть? Ой, я не знал. Их в коллекциях много, как и странно. Они популярны. Их уже давно собирали. Их еще в нулевые годы собирали. Уже тогда ретро было. Антракт все в буфет. Вот я.